что мы все скучали за таким движением. Его не было, Украина соскучилась, и Украине это нужно было. Это такой вот некий бальзам, бальзам счастья, радости у людей. Можно посмотреть то, что люди остаются с начала до конца урока. Уже второй два часа под солнцепёком люди работают от конца до конца несчастливые. Но это здорово, то, что это популяризируется в массы, становится must-have для обыденного человека приходить на такие ивенты. И Харьков это сейчас показал. Стадион шикарный, работать в таком помещении, оно удовлетворяет, стены помогают, знаете. Они не такой, некий уют, и плюс, конечно, зеленый цвет, трава, они вдохновляют на какую-то работу подобную. Харьков никогда не было плохих презентеров. Мы собираем только лучших. И независимо, это итальянская школа или польская, или какая бы то ни было, украинцы ценятся в Европе, украинские тренеры, скажем так, зарабатывают себе имя в последнее время на европейской арене фитнеса. И состав FIDE 2020 ничем не уступает по уровню и классу предыдущим годам, а может быть даже в чем-то и превосходит. У нас задача каждый год менять, пусть не формат, но привносить нечто новое, радовать людей чем-то, чтобы мы сами по себе не засиживались на одном месте и радовали чем-то наших участников. Классное мероприятие, понравились тренировки, сейчас проходит третья. Мы изрядно устали, потрудились, но зарядились энергией, позитивом и хорошим настроением. Все девочки очень красивые, все яркие, все спортивные, разный возраст, понятно, что разный род деятельности, да, но нас объединяет сегодня спорт, объединяет хорошее настроение и замечательные тренировки. Мы знаем, контролируем этот день, всегда с удовольствием покупаем билеты, идем, участвуем. И потом вспоминаем круглый год и получаем очень крутые фоточки.